На живописных Волжских берегах раскинулся город, который снискал себе славу автомобильной столицы России. Это Тольятти. Но сегодняшний разговор не о городе и не о Волжском автомобильном заводе, а о его дочернем предприятии, открытом акционерном обществе производства специальных автомобилей «Бронто». «Бронто» – это небольшой автосборочный завод, высокопрофессиональный коллектив которого разрабатывает, изготавливает и реализует оригинальные неповторимые автомобили на базе проверенной временем серийной «Нивы». Путь от конструкторской идеи до ее реализации даже по международным меркам считается кратчайшим. Одно из главных отличий бронтовской «Нивы» от серийной – удлинение кузова на 300 мм по проему двери. Получив по запланированной программе автовазы комплектующие, бронтовцы начинают над ними колдовать, меняя их первоначальную конструкцию. Узлы и агрегаты для сборки, также поставляемые автовазом, позволяют в дальнейшем осуществлять техническое обслуживание этих автомобилей в сервисной системе акционерного общества «АвтоВАЗ». Выпистыванный кузов уходит в окрасочные цеха ВАЗа, где проходит полный технологический цикл обработки, включающий в себя 5 важнейших этапов – электрофорез, антикоррозийная обработка, грунтовка, шлифовка и окраска. Подобная технология обработки на многие годы снимает проблемы, связанные с коррозией автомобиля, и надежно защищает машину от старения. «Бронто» – это в первую очередь производство специальных автомобилей. В России не было еще такого предприятия, которое из комплектующих большого автозавода создавало бы новые автомобили. Индивидуальная ручная сборка – надежная гарантия качества этих автомобилей. Все выполняется тщательно и с любовью. Глубокий контроль всех параметров автомобиля проводят специалисты высокого класса. Контрольная обкатка каждой машины до 100 км дает убедиться, что автомобиль соответствует качеству «Бронто». По желанию заказчика на любой автомобиль, помимо стандартной комплектации, может быть установлено дополнительное оборудование. Акционерное общество «Бронто» осуществляет полную предпродажную подготовку и доставку автомобиля получателю по взаимной договоренности. Все автомобили «Бронто» и дополнительное оборудование успешно прошли сертификацию в органах Госстандарта России, а специальные бронированные свойства – в лабораториях МВД. Более 2000 автомобилей, вышедших из ворот «Бронто», можно встретить в различных уголках России и за ее пределами.